времени суток зрителям, членам, гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн, и мы продолжаем проходить игру Imperial Glory на высоком уровне сложности за Россию. Ребятки, спасибо за ваши комментарии, спасибо за ваши лайки. Глядишь, так скоро наберу 10 лайков под видео, это будет для меня просто супер-пупер достижение. Всегда не стесняйтесь, всегда пишите, я всегда стараюсь читать, отвечать. Вы не надоедаете, то есть это если кто-то там переживает по этому поводу. Я всегда открыт к общению, и мне очень приятно. Мне очень приятно, что вы пишете и не оставляете как бы меня без внимания. Вы знаете, просто я прям сейчас заплачу. Просто хочется дальше снимать, снимать и снимать. Ну, точнее, делать и делать видео по прохождениям. Ребята, в общем, почитал ваши комментарии, ваши советы по поводу того, как лучше, как бы лучше сделать, как бы можно было бы поступить. Все же я хочу попробовать захватить сразу столицу Великобритании. Я понимаю, что это будет тяжело, но я думаю, в принципе, так прикинул, при поддержке флота они не смогут сразу перекинуть войска, то есть они в любом случае должны будут воевать с моим флотом, ну, во-первых, поэтому я думаю, мы как раз сможем за это время захватить. Ну и опять же, по идее, все территории, которые принадлежат Британии, они станут опять принадлежать изначальным хозяевам, скажем так. Но все равно сначала все-таки я сделаю себе действительно коридор во Францию, для того, чтобы не перекидывать свои войска. То есть это мы захватим Венецию и Ломбардию. Швецию, ой, пока саму Австрию трогать не будем, заключим с ними союз, ну потом. Тем самым хапанем до этих территорий. Пьемонт, я думаю, мы постараемся мирно аннексировать. И после того, как мы, у нас будет прямой коридор во Францию, и возможно лупанем Францию, хотя можно было бы и в Испанию. Все равно как бы будем готовиться к нападению на Британию, именно в самое сердце будем бить. По крайней мере, попробуем. Я так никогда не делал, но думаю, план должен сработать. Но там будет видно. В любом случае будем пробовать. Пока сейчас готовимся к войне с Австрией. Возможно, о, мне кто-то уже объявил войну. Великобритания. Триполи и Великобритания сформировали коалицию против нас. Хорошо. Конфликт государства Триполи объявила войну России. Понятно. Видите, в связи с совершением актом агрессии, стране Триполи объявляет войну следующие страны. Португалия, Пьемонт. Понятно. Очень плохо. Очень плохо, потому что я как раз войска забрал со стороны Триполи. Видите? Здесь они могут отхватить, хотя подавятся. Вот так вот это будет тогда выглядеть. Тогда это будет выглядеть вот так. Куда этот битый ехал, я уже не помню, если честно. А, этот битый ехал. Я вспомнил, этот битый ехал туда, но пускай едет. Что ж, Триполи, хочешь повоевать? Повоюем. Видите, как неожиданно произошел поворот судьбы, скажем так. Так, значит, Британия, да? Что тут у нас? Ну, это минус. Это минус. Вот здесь. Вот мои пацаны под угрозой. Я не успею к ним перекинуть. И вот это, скорее всего, минус. Бо у меня здесь никого нету, да? Ну да. Очень плохо. Очень плохо. Ладно, в любом случае, значит, в любом случае вас пока перекинем сюда. Значит, заходим по тихой грусти. Нельзя, видите, с Бранденбурга убирать, сделать тогда вот так, перекинем. Так, здесь все понятно. Вот здесь мне очень не нравится, это 100 пудов потеря двух территорий. Это очень плохо. Я вот не помню, здесь гражданин он. А ну-ка, сейчас я попробую право прохода заключить. На тебе 7000.
Но 10 ходов нам хватит. Я просто не помню, у меня здесь войска заряженные или нет. Нет, не заряженные. Блять, зря. Зря. Британия. Так, этот флот у меня уже получает пиздюлей от Британии. Это гарантия. Попытаемся его спасти. А еще лучше спрятать их всех в порт надо. Кстати, я не помню, я могу вроде... Да, я могу сделать вот так. Как раз у меня здесь почти улучшена армия, но тут им, в принципе, не с кем будет тягаться. Сделаем вот так. Сразу отхватим. Ну что, завершаем ход. Ждем результата. Так, первая битва. Легкое сражение, значит, ну, у них тут много пушек. Давайте попробуем сами, хотя, в принципе, мы по количеству их просто разрываем. Сами будем драться, ребятки, сами. Все сами. Нет никому веры, нет ни на кого надежды. Ну что ж. Так, солдаты. Земли Ганновера стратегически важны для нашей империи, поскольку они находятся в самом сердце Европы. Именно поэтому мы должны захватить их. Верю. На этом поле боя находятся две фермы. Наша задача занять обе любой ценой. Используйте все возможные средства. В принципе, если у меня сейчас грамотно получится реализовать кавалерию, то фермы дают тактическое превосходство, и наш враг обязательно пожелает ими воспользоваться. Вы получите приказ. Вау, вы получили приказ, действуйте. Конечно, я воль. Точнее, так точно, хорошо. Окей. Давайте, значит, сразу туда. Тут у нас самый матерый по егеря. Занимайте позицию. Ребятки, сделаем, наверное, немножко потише. Что сильно так музыка орёт, то я же глохну. Ну, просто посмотрите, это соотношение сторон. Гусары. Вот вы, вижу, молодые, а еще не обкатанные. Ну хорошо, пусть занимает. Пушки пока выставим сюда. Стратегически важный объект захвачен. Что тут у нас? Раз, два, три. Три отряда гренадеры, легкая пехота. Ну, конечно, это будет потеря конницы обалденная с моей стороны, потому что я почему-то конными войсками не сильно умею управлять, как и другими. Но мы сейчас попытаемся минимизировать, скажем так. Так, вы, наверное, тоже сюда пока переправляетесь. Сейчас будем делать ветер. Сейчас будем. Ну почему? Ну вот что? Вы же русские, вы же не молдаване. Что вы делаете вообще? Ничего не имею против молдаван, но просто нелогично, как это вообще нелогично. Есть же мост. Пройдите по мосту. В чем проблема? Ну, пускай так, какая мне разница, в принципе. Так, значит, что мы имеем? В любом случае, залп. Ну, две конницы сольем, но зато вырежем полностью, я думаю, полностью вырежем всю их артиллерию. Ладно. Ура, вперед, давайте. Так, переходите сюда, если они вдруг. Вот эти ребята, которые валят почти на 100 метров, могут, конечно, мне сейчас обалденно подпортить мою тактику. И вот эти вмешаться. Да, мы замешались не с пушками, ладно. Половина. Здесь половина конницы залпа слегла. Но навязали драку с пушками, ввязались в драку с ополчением. 4 осталось. Ополчение 7. Но еще залп мы не переживем. Поэтому надо
Пожалуйста, пожалуйста, выживите, выживите, я вас прошу. Нет. Минус. Здесь тоже минус конница. К сожалению, я не додавил. Не додавил. 11. Вот тут есть шанс. Тут есть шанс, что мы еще эти пушки за собой заберем. Если еще один залп переживем, тогда есть шанс. Да. Отлично. Отличный результат. Оббегайте, оббегайте, оббегайте сюда. Хотя не успеем. Тут на залп. И вот он залп. И минус все. Нет, выжили. Шикарно. Или лагануло, или фиг его знает. Ну, тут да, тут уже все. В общем, солю здесь свою конницу, ну ничего страшного, я не расстраиваюсь. Для этого я их, в принципе, и нанимал. Легкая пехота как рубит. Это ваша смерть. В каре? Не, не в каре. Глупо. А построились бы не в каре, могли бы отбить натиск конницы. В принципе, два конных отряда разменял на три отряда пушек, два отряда стрелков и полтора отряда ополчения. Такое себе. Такое себе. Мы, конечно, Ганновер освобождать не будем. Мы будем его оккупировать. Главное, чтобы все загрузилось. Вот, знаете, когда так каждый раз застреет, то у меня, наверное, микроинфаркт случается. Сердце останавливается. Думаю, что выбьет. Так, здесь до свидания. Дальше. Здесь. Дания. Легкое сражение. Давайте, ну, опять же, как подсказал мне товарищ, подписчик, что лучше не рисковать, а, как говорится, пушки самому бороться. Наш поход завершен. Похоже, да, не суждено стать легкой добычей для нашей великой армии, и ничто не помешает нам расширить границы, надежды и устремления нашей империи в ваших руках. Хорошо. Не хочу я смотреть эту скучную хрень. Думаю, одних гусаров хватит разобраться с этой хренью. Хотя 12-фунтовые пушки, это серьезно. Будет смешно, если я не доеду, они меня просто расстреляют. Посмотрим. Давайте ускорим. На X6. На X1. Но они даже пока еще не разложились. Они что-то пытаются разложиться. Они успели выстрелить. Более того. Величайшее сражение. За родину, за веру. И добрый вечер. Красиво, как вот Франция показана на этой картинке. Может, Британия сейчас не будет нападать на те территории, которые, я думаю, она, наверное, будет нападать. Понять. Так. Вы хотите оккупировать? Да, хочу. Великобритания предложила заключить мир. Хорошо. На 38 тысяч, хорошо. Пару территорий хапнул, уже нормально. А вот Триполи. Следующий на очереди, на пиздюлину. Я не прощу. Триполи будут страдать. Триполи 49 тысяч дает. Не, ребятки. Не, спасибо. Не надо. Осада города Копенгаген началась. Шикарно. В результате мы получили Гюнгенуэр. Хорошо. Не хватает у нас, да, не хватает ресурсов.
сожалению, да, да, там знаем. Так, ну хорошо, раз такие дела, мы можем усилить. Вот так. Вот так мы можем усилить. Это мы можем. Нет, ты оставайся здесь, а потом мы здесь создадим и выведем. Так. Триполи. Ну что, пацаны, вы готовы страдать? Или нет? Не-не-не, ты так вот просто зайди. Вот так. Так, а ты, наверное, возвращайся обратно, высадишься тут и пойдешь тоже сюда, чтобы быстрее Триполи захватить. Ребятки, почему сейчас заключил мир с Британией? Потому что боялся вот за Папскую область, что я ее потеряю. Тут я его реально потерял, если бы не пошли. И слабенько вот у меня Прованс слабый пока что. Кстати, да, не что-то, ой, точнее Пьемонт, что только немножко расстрою все. Расстроился немножко Пьемонтик. Наверное, не ожидал. Все так дорого стоит. Литейный завод могу поставить, все равно не хватает. Не хватает ресурсов катастрофически. Так, Триполи. Равное сражение. Это будет интересно. Даже если я сейчас их не добью, добьет мой отряд, который высадится сейчас со шлюпки. За счет Триполи мы расширим границы нашей империи. Хорошо, да, я согласен. Я с вами согласен. Расширим, все. Все будет. Все будет бенч. Блять, как долго эта заставка никому не нужная, бестолковая. Так. Войска у нас нерегулярные. В отличие от Триполи. Поэтому мы можем отлично так, извините, заражение соснуть. Вот у них даже есть легкая кавалерия. Даже две. Еще и уланы. Это будет интересно. Даже очень. Давайте пока ускоримся. Понятно, что занял. Пока сделаем вот так. Грамотно, грамотно очень. Компьютер выставил свои войска. Очень грамотно. Угу. Так, ну это слив двух конец точно. Это при расчете, если одна конница зайдет сюда, вот здесь выйдет. А вот этих пацанов я фиг его знаю, как сливать. Наездники на верблюдах. Оп, стоямбочка, они пошли в атаку. Нормальный такой поворот. Бегом, 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 бегом. А вообще врывайтесь, блядь, на пушки эти бестолковые. 20 человек, давайте. Вы должны выжить и забрать пушки. Самое главное, сделайте то, что я вас прошу сделать. Давайте мы пока... А вы в спину их сразу бейте. Чем мы стоим, отдыхаем? Чего ждем? Вперед, вперед, вперед! А вы туда. Правильно? Надо ж по-правильному распределяться, блин. Так, там есть. Тут есть. Хорошо. А вы еще стоите? Вперед сюда же. Может быть, мы еще одну кавалерию затащим. Если получится. Хотя не-не, ребят, вы туда. Да, скорее всего, это будет победа. Изначально он занял правильную позицию. Почему он сорвался со своей позиции, я не знаю. Честно, что я так и не понял, что тут у нас по уланам один,
Я думаю, это победа, ребятки. Да, это победа. Вот так вот, собственно, запомните эту дату, этот день. Триполи пала. Пала Триполи. Загрузись. Прошу, загрузись. Спасибо. Спасибо. Каждый раз как последний, ребят. Каждый раз как последний. Все, Триполи, значит. Триполи, Триполи нашим. Причем, обратите внимание, у нас с Триполи были более-менее нормальные отношения. Я никогда с ними не воевал, они мне подло ударили в спину. Причем подкупили Великобританию. И бедная Великобритания еще пиздюлей получила. Это вообще я в шоке. Подставили они. Триполи подставила Великобританию. Опа, Дания. Блять, ну это несерьезно. Даже не буду загружаться. Дольше буду этот. Дольше грузиться буду. Дольше буду грузиться. Еще кто-то есть. Откуда вы взялись? Легкое сражение, нет, не хочу. Потерял я хлопца одного, ничего страшного. Еще кто-то есть. Военная аннексия прошла успешно. Дания. Хорошо. В Египте торговый порт построен. Университет в Швеции. Не хватает на Норвегию, не хватает. Хорошо. Не хватает призывной участок. Не хватает. Хватит, ребятки, хватит, попозже хватит обязательно. Так. Там кто-то все-таки есть еще, ребят. Вы видите, что происходит? Еще я не могу его... А, только там могу высадить нормальный ход. Блять, ну тут уже... Мы просто сейчас пацанов потеряем по-глупому. Ладно. Все равно надо пока не в осаде, отступим. Значит, здесь мне надо что-то такое простенькое. Кавалерию какую-нибудь, самую такую, вот эту легкую кавалерию, самую нулячую. Так, что тут? Значит, вы молодцы, можете возвращаться сюда. Ну, вы тут останьтесь для поддержания порядка, скажем так. Все надо с самого начала строить. Кошмар, кошмар. Ну, построим, что же делать. Тут порядок, завершаем ход. Возможно, Триполи сейчас придет в ответку. Я думаю, отряда, который сейчас со шлюпки слезет, хватит. Чтоб вольнуть. Надеюсь, хватит. Триполи, возможно, сейчас будет предлагать мне союз, а точнее мир. Академия в Дании построена, хорошо. Папской области сопилки. Не хватает. Не хватает. Не хватает. Не хватает. Так, вот. Улучшенная академия. То, что, как говорится, доктор прописал. Шуруйте сюда, гражданин начальник. Давайте, чтобы вы были уверенная в себе. Мы сделаем вот так. Так, там у нас рекрут идет. В общем, мне достало это бомжатское положение. Даже на тебе 20 тысяч. Не столь важно. Дай мне 12 тысяч примерно хотя бы. Блядь, ну что ж так надорого все стоит. Хорошо, 10. Вот так вот. Хорошо, на тебе 25. Вот так.
Что-то, короче, Пьемонт начинает выпендриваться. Что-то, мне кажется, он тоже хочет получить по башке. Давно, наверное, не получал. Великобритания, друг мой сердечный, на тебе 25, а ты мне дай 12. 10. Никто не хочет со мной торговать. Что ж такое? Австрия. Ну, а ты ж всегда тоже мой братуха был. Я тебя давно уже не трогал так. 25 за 10. Ладно. Гребаные австрийцы. Вот так вот. Никто не хочет. Они не заинтересованы. Просто хорошо. Португалия предлагает сырье. О! Вот то, что доктор прописал. Предлагаю сырье, а мы вот так вот. Да что ж вы предлагаете сырье, блядь, и не хотите торговать? Испания, Франция, Великобритания, Батавия. Это Батавия что-то предлагает? Ладно. С 9 тысяч. Так, все, пошли нахер, короче, тогда. Хорошо. Хорошо. Я сейчас выйду с кризиса. Да все мне нахер не надо пока. Пускай так. Я сейчас везде сделаю упор на... Тут вопросов нет, Неаполь. Торговая. Не хочу с вами торговать, вы бестолковая. Вот так это мы все отменяем. Вот так вот. Сделаем сейчас упор на все пока так. Сделаем, так сказать, упор на сырье, потому что меня достало это бомжатское отношение, точнее положение, что у меня ни хрена нет. Какие-то еще подлюки будут мне помыкать. Будут они со мной торговать, не будут. Как будто у меня плохое настроение, я вас вообще всех на колени поставлю. Заберу ваше сырье силой. Так, в общем, сейчас закончим с Триполи и, наверное, будем заканчивать видео. Ай, Финляндия. Ой, Саксония, я вас прошу. Польша, я вас умоляю. Польша, что ты там хочешь? Саксония, знания. Нет. Все делаем упор на... Так, Польша. Все, значит, пока ничего в Польше вообще не строим. Так, Триполи. С тобой мы не закончили, так? Сюда потом перейдешь. Здесь у нас что? Отряды. О, уже более-менее себя начинаем что-то представлять, да, ребят? Шахты. Пока не могу. Не могу построить шахты. Что здесь у нас? По Триполи. Легкое сражение. Одни ополченцы. Нет, не буду. Мы в осаду возьмем, наконец-то. О, кто-то появился. Только взяли в осаду. Ёлки-палки. Только взяли в осаду, сразу появилось ополчение. Триполи. Ну. Трудное сражение. Ха-ха. Понятно, кто. Понятненько. Ну, здесь генерал Докторов умер. Трудное сражение. Нету смысла мне самому заходить. Я просто здесь солью, тем более здесь егеря. Пришли. Нет, я не буду лично командовать. Понятно. Значит, Британия все равно сует свой нос в мои дела. Хорошо. Хорошо. Вызов принят. Ну, это получается, я оголил свою вот эту территорию, да?
Плохо. Так, что тут у нас? Давай, по тихой грусти, шуруй. Давайте, пацаны, вы тоже что ж делать? Придется. Я, конечно, вас готовил к другому, но я вижу... придется перекидывать большие силы. Блять, а здесь вообще разруха, пиздец. Я извиняюсь за свой французский. Завершаем ход. Придется тогда сейчас вести активную в компанию в Египте. Доктора жалко, генерала. Хороший был хлопец, хороший. Он бы еще жил и жил. Вы знаете, на самом деле больно терять генералов до того момента, пока ты не сможешь их нанимать. Не хватает Финляндии, да. Да и не хватит в ближайшее время, потому что нету этого. Но я думаю, Триполи в атаку, в ответку не пойдет. Это просто их Британия подкормила подкреплением. Ничего, ничего. Наши уже в Киеве стоят. Мы уже идем, ребята. Хотите воевать по-крутому? Будем воевать по-крутому. Так... отбой этих бестолковых. Давайте лучше кавалерии мясо возьмем. И пушку еще одну. Так. Будет так. Что здесь? Отряды. Понятно, по зданиям что тут? Ничего не строю. Это столько денег стоит. Ёлки-палки. Шахты построим с последних сил. Вы знаете, первый раз сталкиваюсь с тем, что одно государство дает другому государству войска. Ну, то есть я думал, что компьютер на это просто не способен, даже на трудном уровне сложности. Ну, на самом высоком. Я просто думал, что он не способен на это. А, так как Британия с Триполи в союзе, ну, больше, кроме как... Испания начинает войну с одним из наших союзников. Ой, господи. А мы еще с Францией опять начинаем воевать. Слушай, это вы достали. Реально достали. Францию я не потяну. А вот этот пидор хитро... Ой, что-то случилось с этим, ребятки. Обратили внимание, да? Что-то с экраном случилось. Хрень какая-то. Франция. Я тебе даю 2000 голды. И мы дружим. Все. Испания. Блять, ну ты мне тоже сейчас вообще, блин, как, знаете, как говорится, ни в пизду, ни в Красную Армию, блять, не идешь, блять, никуда мне вообще, ни в какие ворота не лезешь. Короче, давай, Испания, пока тоже мирный договор с тобой. За 18 тысяч. Бог с вами, Бог с вами. Заберу дважды больше. Хорошо, 24 даю. Пускай, Испания, пускай. Просто все так навалилось. Вы решили меня нахлобучить. Я не злопамятный. Просто злой, и память у меня хорошая. Триполи. Да, вспомнил. Триполи здесь хочет взять... Точнее, не хочет, а взяла Афину. Афины мы взяла в неприятную ситуацию. Хорошо. Мы возьмем тогда твой. Заканчиваем ход. Мне очень нравится, что у меня в Провансе обсосанные войска битые стоят. О, Триполи закончила свое существование и продалась в Британии. Это было ожидаемо. Это было ожидаемо. Возвращаем тогда наши войска обратно. Нету смысла их туда гнать.
построились наши шахты. Возвращайтесь, хлопчики, обратно. Возвращайтесь. Так, где я не достроил? Курск. Курск не достроил. Ну хорошо, значит. Все равно границу нужно будет усилить. Некогда заняться Австрией. Вы видите, какие тут много ходовочки Британия разворачивает интересные. Блять, если сейчас у меня еще Пьемонт заберут с подноса, это вообще не кошерно. А где-то эта Финляндия меня достала, если честно. Вот и богу. Ганновер где-то, блин. Хрень это. Все. Харитон. Пройдемся тут. Что тут у нас? Пожалуйста. Шахты не построены. Госпиталь. Что здесь? Чужие здания. Да, конечно, конечно. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Культурный центр мы здесь строим, да? Потому что, ну, давайте пока культурный центр. Культурно будем развиваться. Заходите обратно. Сейчас немножко подсоберем. Мы по золоту просели, по всему просели. Война дело невыгодное. Забыл перевести свою шлюпку. Я хочу усилить. Все же хочу усилить Прованс этот гребаный. Он у меня как кость в горле. Надо было его вообще не брать. Я теперь Испании боюсь. Извините, блин, кого-кого Испании боюсь. Что они хотят? Батавия? Пошли нахуй. Сам по крупицам собирал. Так, короче, надо что-то еще будет с Пьемонтом делать. Ты доплывешь или нет, блин? Так, ты битый, перебитый. Иди сюда. Что тут? Ну, это как раз, ну да, почтический тип. Блять, блядь. Это ж надо было, а? Надо было так, блядь, пропустить, скажем так. Ну что, надо готовиться к худшему, правильно? Надо готовиться к худшему. Так, там мы подвем здесь, что. Нет, тут понятно, по зданиям. Завод сначала, завод. Потом уже фермы можно, госпитали, улучшенную эту. Вот так вот уже потом пойдем. Когда воевать с Австрией, я не знаю. Но это надо делать. Мне нужен, мне как воздух, просто необходим этот коридор в Прованс. Просто как воздух. Пьемонте культурный центр построен. И что дальше? Что нам это даст? Я не знаю. Мы поставили все, но что-то... Может, улучшить отношения с Пьемонтом? Не знаю. На тебе 5000. Или насколько они улучшились? 52. Рили, блядь, было... Ой, Пьемонт, идите нахуй, короче, а вы будете следующие, кого я нагну.
Надо будет еще флот нам пожестче. Фрегат. Одного фрегата мало. Надо будет фрегатов 8 где-то насчитал сюда закинуть. Скажите, что тут делают саксонцы, да? Это же саксонцы вроде. Что они сделают, блядь? Хер его знает. Арабская пехота. Не, ну войска тут бестолковые, бестолковые. Тоже бестолковые войска. Ну вот это еще. Ну такое. Такое. Если мы здесь встанем флотом, то, кстати, надо туда заслать. Надо туда заслать шлюпку. Хотя, то, знаете, фрегат даже подойдет. Мы сейчас сюда кинем фрегат. Посмотрим, что здесь вообще происходит. Так, чисто ради интереса. Чтобы как бы владеть ситуацией. Чтобы чисто так владеть ситуацией, знать, что там вообще Британия себя представляет. Просто я так думаю, если наш флот там будет стоять, мы высадим войска. То есть мы нападем, лупанем их армию, возьмем в осаду столицу. Для того, чтобы они подтянули свои войска и высадили их у себя на острове, они должны будут в любом случае, во-первых, первое, погрузить их, успеть. То есть это ход целый, пока они погрузят. Если корабли с аэропортов. Второе, они должны будут перебить наш флот для того, чтобы высадить у себя на острове. И третье, они еще должны будут потратить ход для того, чтобы высадиться. То есть я думаю, за 3-4 хода у нас, ну как бы, запас будет с лихвой. 3-4 хода будет. Это железно, даже если не 4-5. Где-то так. Ну ладно, об этом еще. У кого есть какие предложения, пишите, буду рад почитать, ответить. С вами был Росси, это был канал Ролигейм Онлайн. Всем спасибо и всем до скорых встреч. Всем пока.